15 февраля в новом клубе «Эра» стартует вечеринка «Heaven». Мероприятие, созданное рассказывать о правильной музыке, атмосфере вечного праздника, собирая вокруг себя приятных, красивых и веселых людей. История данного мероприятия уводит нас к берегам Черного моря, на полуостров Крым, где компания молодых и беззаботных попала на целый месяц в царство ветра, техномузыки, моря-пляжа, любви и секса. Вернувшись после полуторамесячного отдыха домой, они поняли, что переполнены духом Республики Счастья, и теперь их святой долг – рассказать всем, что же такое «Heaven». 15 февраля мы хотим познакомить вас с лучшим диджеем Украины, легендой Казантипа, ведущим радиошоу на KISS-FM Русланом Мейсом. Ее величество музыка всегда была главной любовью Руслана Мейса, начиная со старта профессиональной карьеры в 1998 году, когда будущий лучший диджей Одессы играл хаус и брейкбит, и заканчивая покорением многотысячных танцполов зажигательным техно-саундом в новом тысячелетии. А ведь кто бы мог подумать, что тот самый парень, неожиданно для всех, одержавший победу на конкурсе диджеев Association DJ Profi, впоследствии станет чуть ли не единственным представителем Южной Пальмиры на крупнейших танцплощадках постсоветского пространства. Но талант, данный Руслану от природы, а также необычайное трудолюбие и упорство стали теми факторами, которые принесли Мейсу всенародную любовь и признание. Став неотъемлемой частью одесского андеграунд-движения в конце 90-х годов, Руслан сразу же начал вести активную деятельность. Ее в равной степени можно назвать как культурно-просветительской, так и развлекательной. Техномузыка настолько многогранна, что ты в ней можешь услышать свой транс, можно услышать свое состояние души. Сказать, что техно — это что-то одно, очень тяжело, в принципе. Его можно чувствовать, но определить конкретно, что это, тоже очень будет. Поворотной точкой в судьбе Мейса стал небезызвестный фестиваль «Казантип» 2001 года. Сам диджей не раз повторял, что именно это мероприятие, ежегодно собирающее тысячи и тысячи клаберов, как ничто другое повлияло на его профессиональное развитие. Ведь со времени первого успешного выступления в Поповке постоянные предложения о гастролях перманентно сопровождают техномузыканта каждую неделю его жизни. В период с 2002 по 2010 год музыку Руслана слушают жители таких городов, как Москва, Ростов-на-Дону, Харьков, Питер, Одесса, Варшава, Киев, Львов, Пермь, Нижний Новгород, и этот список можно продолжать и дальше. Под сеты Мейса танцевали посетители множества крупных фестивалей: Казантип, I Love Techno UA, Киев Techno Fest, Электро Осень, Perfect Rave, Soundtropolis, Water Dance, Global Gathering Ukraine, Техносфера, Play Techno Z и многие другие. Естественно, что околоклубная общественность не могла обойти стороной такую яркую, харизматичную личность. Сегодня в арсенале Руслана целая коллекция всевозможных наград. В 2004 году компания BEX учреждает специальную премию и называет его «Лучшим диджеем Одессы», тем самым закрепив за ним данный статус де юре. А уже в следующем году последовало аналогичное призвание национального масштаба. Звание «Лучшего техно-диджея Украины» Руслан получает на Top DJ Awards. Этот же веб-ресурс и голосование на Mad of Nightlife Awards вновь сделали его лучшим диджеем родного города в 2008 году. По итогам всеукраинского рейтинга топ-диджей он занимает 4-е место. И это, будьте уверены, только начало, ведь кому-кому, а Мейсу вполне по силам покорить самые большие высоты, которые ставит перед ним современная электронная сцена. Музыка современная настолько хорошо звучит, что современные технологии позволяют и делать хороший звук, и сводить две пластинки нон-стопом – это уже неинтересно. Это может быть для людей, которые только для себя открыли эту музыку, как-то попытаться, но для меня уже это неинтересно. Я считаю, что и надо становиться за пульт и радоваться этому. И когда я становлюсь и делаю какие-то для себя вещи, мне это приятно, и я хочу сам себя удивлять тоже, не только людей. И это очень важно, потому что если ты себя не удивляешь, значит, ты не удивишь людей.
Сегодня Мейс – один из самых востребованных электронных артистов Украины с гастрольным графиком, расписанным на месяцы вперед. Продолжая выступать с диджейскими сетами и радовать публику собственным радиошоу «The Real Techno Mix» на волнах главной танцевальной радиостанции страны KISS FM Украина, Руслан не пытается останавливаться на достигнутом. Пару лет назад состоялось его дебютное лайв-выступление под псевдонимом «Crashliner». Его ремикс на композицию Rob Mooney «Heavy Rotation» попадает в плейлист к самому Карлу Коксу, открывая очередной выпуск легендарной передачи «Global» с миллионной аудиторией по всему миру. А последняя совместная работа с другим отечественным продюсером Санчейс, трек «Nautilus», выходит на лейбле Оливера Колецки «Flash Recordings». А это, обратите внимание, лишь первые пробы пера. Сегодня Мейс считается наиболее выдающимся представителем украинской клубной сцены, работающим в стиле техно. За время своей карьеры музыкальная стилистика впитала в себя танцевальную энергию многих направлений. Но сегодня главным и приоритетным музыкальным стилем для него является техно. Вечеринка Heaven — это кое-что новое, хотя и может быть давно забытое старое. Помимо именитого гостя с Казантипа, также вы услышите техно-сет от проекта Popsicle Boutique Estonia и диджея Niemeyer. Мы ждем вас 15 февраля в клубе «Эра» на самой правильной, самой долгожданной вечеринке «Heaven».